Слушай, можешь меня ответить на один вопрос, который меня мучает? Да. Ну, смотри, вот я читаю в Facebook, да, интернет, и там личные призы у всех, если вас кто-нибудь будет вместо митинга если вас кто-нибудь, вот я читаю, говорю, Facebook, интернет и так далее, и вижу, что там без конца все более-менее нормальные люди пишут, что если вас кто-нибудь будет звать на марш вместо митинга, идти там по улицам, на Лубянку, на Кремль и так далее, то эти люди провокаторы, правильно? Да. Так получается, я как провокатор? Но они его делают. Состав завтрашнего митинга очень сильно отличается от всех предыдущих. Это трусливо. Белые воротнички, такие хомячки из интернета, которые по клапку бьют там в Фейсбуке и ВКонтакте, да? Они безумно, я, собственно, их интересы вынужден представлять, когда решал вопрос с мэрией Ступной площади. Они безумно боятся попасть под дубину ОМОНа. Они, эти люди, и плюс при поддержке властей, которые, конечно, провоцируют там, ну, интернетские войны там друг с дружкой, они безумно боятся, что их заметут. Просто безумно. Значит, ну, а эти 10 тысяч, которые на чистых прудах собрались, их вы тоже спровоцировали на Лубянку идти? Дело в том, что из тех 10 тысяч, которые были на Лубянке, пошли на Лубянку, пошли на Лубянку 1000, и это были активисты. Ну, в целом, да. Вот. Там было, там были мы, то есть Солидарность, там был Левый фронт, и там были нацболы в Лимоновске. Там хомячков не было, хомячки все разбежались. Шли на Лубянку около 1000 человек, то есть 10% митинга были политически такие мотивированные люди, а 90% митинга были абсолютно такие овощи, которые типа возмущены, что их наебали. Понимаешь, да? Понятно. То есть в определенном смысле хорошо, что Яшин сидит в тюрьме, а не придет на болото. Ну, я про своего друга так сказать не могу. Тебе так спокойнее, да? Не, ну, в принципе, я, очевидно, так делать не буду и ни за что не сделаю. Да. Нет, я другой там совсем, вот. Но то, что они с Навальным засели, означает, что... Нет, там еще эта мразь есть, Лимонов, провокатор законченный, который объявил завтра днем революции вместе с Захаром Прилепиным. Они говорят, революцию завтра строят сушами. Вот. Но поскольку на площади будут такие пингвины боязливые, я считаю, что нам, блядь, надо сделать, чтобы их не тронули. Иначе они от нас отвернутся и скажут, что мы их как пушечное мясо используем. Надо? Ну, конечно. Я думаю, состоит задача Кремля, я понимаю, завтра спровоцировать их, чтобы они... Естественно, они это хотят, да, они сейчас сидят там... А так объявить попом за полом, да. Ну, естественно, они вам так хотят сделать. Ладно, давай. Давай.